Камбука, камбука, бакавука. Чага, камбука, камбука, бакавука. Таки-таки чага. Так, что тут получилось? Всего очков 8502. Ладно. Кажется, Леопольд выпил слишком много зверина. Он уснул, и ты ему снишься. Во сне кот окончательно на тебя разозлился. Подсказка. Пиратский попугай приучен к золоту. А так как он очень старый, ему может показаться, что именно у тебя оно и есть. Остерегайся его попыток обокрасть тебя. Черепаха. Она никуда не спешит, черепаха не любит, когда ей переходит дорогу. Она прячется в своем панцире в случае опасности. Убрать ее со своего пути бывает может стоить немало труда. Зато по ней можно прыгать. Краб. Его клешни могут разрезать многое. Не вздумай подходить к ним близко, разрежут вмиг. Прыгни на краба или брось в него чем-нибудь, чтобы он лопнул. Понятно. Попал. Моллюск, живущий в этой ракушке, очень любит прыгать на всех. Он считает, что это смешно и весело. Ой! Так. Ой! Ёлки-палки. Полундра. Судно под обстрелом. Срочно нужно сойти на берег. Так, надо срочно убегать. Так, кокосовая пальма. Ага, Леопольд почти у тебя в руках. Он поплатится за обстрел корабля. Но помни, Леопольд, как и все кошки, умеет ползать по деревьям. Ты посмотри. Ребята, давайте жить. Ребята, давайте.
рак-отшельник, выбрался на берег, чтобы уйти от назойливых обитателей прибрежных вод. Он с сожалением понял, что и на суше ему не дают уединиться. Поэтому он очень раздражен и не хочет ни с кем разговаривать. Остерегайся. Дружно. Ребята, давайте жить дружно. Ребята, давайте жить дружно. Ребят, давайте жить дружно. Ребят, давайте жить дружно. Ребят, давайте жить дружно. Ладно. Ух ты! Так, акула. Мыши не самые лучшие пловцы, и тем более сейчас не до рыбалки, поэтому тебе нужно быстрее добраться до берега. Акула заставит тебя поторопиться. Отбивайся от нее, за что получишь очки. Осторожно, акула. Ну-ка. Ладно. Всего очков 4993. Так. Вот это да. Кто-то купил конфеты и по дороге не заметил, как они рассыпались у него на дорогу. Тебе очень повезло, что ты нашел их первым. Нужно их съесть, пока тебя не опередит кто-то другой. Ай! Ты посмотри. Ой! Вот это да, хорошо, что ты
воспользовался открытым окном. Здесь тебе никто не помешает насладиться сладким.